Приветствую тебя, подписчик или случайный зритель на канале Gambit Game, а это ответ на вопрос, где же найти карту сокровищ Рюгьяфюльке в игре Assassin's Creed Valhalla. Для тех, кто уже нашел карту и ищет ответ на вопрос, где же все-таки спрятаны сокровища, рекомендуется перемотать видео до начала в 3-й минуты, где будет подробно показано, где находится сокровище. Для тех же, кто еще не нашел данную карту, предлагаю посмотреть отрывок со стрима, где точно указано местоположение данной карты. Найдя в одном из домов в ходе нападения на крепость Кьотли по квесту «Жестокая судьба» карту сокровищ Рюгьяфюльке и прочитав описание, что данные сокровища находятся к востоку от Альрекстада, ты, дорогой друг, пришел сюда за помощью. Неизвестно, о чем думали авторы перевода данной карты сокровищ, описывая, что она находится к востоку от Альрекстада. На самом же деле, карта находится к западу от Эльрикстада, в районе горы Тургхаттен, к которой мы сейчас и направимся. Искомое сокровище будет ждать вас в центре ока, образовавшегося внутри горы.
искомым сокровищем для вас станет набросок «Укус змеи» на парус вашего корабля. Не забудьте взять несколько монет, лежащих неподалеку.